Привет всем! Записываю очередное видео с дачного участка, правда, с родительского. Здесь хорошо для отдыха с детками. У нас наступили очень жаркие дни. Солнце нещадно греет своими лучами. Конечно, в такой обстановке тяжело детей удержать в домике. Они постоянно на солнце плещутся в воде. И вот вчера целый день дети также находились у нас на природе. И как видите, что один штукарь абсолютно не обгорели. Хотя в воде, мы знаем, солнышко припекает еще сильнее. Вчера я наносила им солнцезащитное средство с SPF-фильтром 50. В течение дня один раз мы нанесли дополнительно во избежание солнечного ожога. И детки абсолютно себя хорошо чувствуют. Сегодня тоже жаркий день. Себе я нанесла SPF 30, а деткам SPF 50. Давайте к этому видео будем писать комментарии и делиться мнением ваших солнцезащитных средств, какого эффекта вы добились и как чувствовали вы себя и ваши детки.